Вот так началось мое утро. Я еще так и вышел, блядь, из дома. Тут уже трактор завели. Какой? Гидроусилитель. Надо, наверное, старую крышку привернуть, да пусть он поработает, бля. Ну, сюда-то. А то, наверное, этот. Хуёво, наверное, же ему. Там же ведь сухо, оно же все крутится. Да? В общем, что он у нас мозги-то ебал? Что ты только один болт, да? Один, вон этот, забыли закрутить вот этот болтик. В общем, один болтик, только вот этот забыли закрутить. И еще, возможно, канистра у нас стояла на земле. Ну, мы можем уже провести испытание. Но я думаю, что это не влияет. Ну, я тоже так думаю, потому что тут же насос. Но хуй его знает, она тоже не думаешь, а нахуяк и так. Что делать-то будем? Давай сейчас старую крышку поставим, да пусть он тарахтит. Масло зальем. Хоть попритрется что-нибудь там. Тарахтит. А? Тарахтит. Че? Да. Ну ладно, пока. Вот, начался мой день вот так, нахуй. А че сразу нахуй-то? Ничего не нахуй. Нормально начинается. Вчера дождь был с утра и до обеда. С чего и начать? Сняли центрифугу. А тут вон какая херня. Набивший его, походу, вообще никогда не чистили. Ну тут сеточка еще должна быть. Пока не взять. Да какое тут, блядь, зубилом-то не взять? Это вообще пиздец. Вот эту бы штучку вынуть бы, все подручнее было, но она не винится. Ну, видишь, хули тут ее замазала, сплошь. Чистилась в третьем году, наверное, на заводе еще. Наверное, да, похоже, блядь. Штукой в буржуйку тебе кину, наш как ловко было. Ну, бля. Вот эта хуйня сгорит. Которая? Это. Сами вот эти херню вот эту. Ага. Аж как горит ловко. Сколотили. Вот столько там угля уже было. Вот откуда уголь появляется. А я все думал, как уголь. Он, оказывается, из масла лежит. Херак уже уголь. Ну, теперь там чуть-чуть осталось. Выковырили эту железяшку. Сетку. Надо это вернуть. Керхер новый принес. Мощный пиздец. Да? Да. Так он в два раза здоровее, чем мой. Так здоровее это еще не значит, что мощнее.
Опять пробный пуск. Закрепительный. Зачем минуток 5 потарахтел бы. Разобрали, центрифуга была забита, почистили. Серега прикрутил все обратно. И заводим, чтобы он попритерся, потарахтел. Хорошо заводится, надолго, блядь. Посмотри, сколько давления-то. Работает вроде как неровно, не совсем. Ну чё? 2,5. Оно так и будет поворачивать. Так и будет поворачивать. Нагрузки-то нету. Я просто, чтобы маслом там все запекать. Ты масло-то залил?
мне кажется, работает как-то жестко. Может, еще клапана что-нибудь. Работал мягче. А правда там в этом поддоне масло с водой было, скорее всего. Или может тут уже налило. Давление 2,5, Серега говорит, на таких холостых. Так, прошло минут 10, как он работает, может чуть побольше. Мы тут вокруг него ходим, смотрим, где течет. Так, блядь, сам откуда выведешь, можно отсюда. Можно сделать маленький круг туда. Вон отсюда? Из помпы, да. Печку, говорит, откуда сделать? Стал воду из него вылить. Батарейка кончается. Включил насос. Давление 2. Давление 2. На холостых. Но он уже теплый. Уже теплый. А? Да я говорю, уже тепленький. Больше, наверное, подогреет. Все. Сейчас все. Вот собрал мост, укатил его и решил даже Серегу завтра обрадовать. Он-то уже домой ушел. Уехал. Решил обрадовать его. Вот почти закатил мост в одном плеце. Осталось приопустить. И все. Бля. Одному как-то его херово тащить. В общем-то тут ничего не было. Мы почистили подшипники. Вот эти, тут нормально. Поменяли эту штуку, в общем, вот эту вместе с трубкой, с трубой. Не знаю, как они называются. Сальники поменяли. И, в общем, все. Буду дальше. Трактор заводится нормально. Давление 2-3. Все, на сегодня пока. Че, все, время 6:30. На сегодня месяц я, ой, день я уже не помню какой. 20, может, 6-7. И вчера я на нем ничего не делал. Вот сегодня завели его утром. Покрутили, Серега газ сделал. Вот передний мост я собрал. Поставил запись Сереги. Педаль газа сделали. Педаль газа нигде не продается. Пришлось взять вот эту педаль и сделать по новой. Ездить быстро теперь. Ну что, все на этом. В общем-то, покрасили, что я покрасил, разбирали. В общем-то, краска
даже ничего нигде не запачкалось. Но я его мыл керхером сразу двигатель. Не я, Серега. Крышки. И нигде ничего. Вот тут чуть-чуть пооблупилось. Бум. И вон там. А больше нигде ничего. Фильтр это он с моего двигателя снял. Шайбочки все сегодня поменяли. Уплотни эти медные. Тун-тун. Тун-тун. А было, не заводился. В тот раз, вернее, заводился и глох. Это... Нет, вот этот болт был не затянут. А не, вру, вот этот болт был не затянут. Если бы этот болт был не затянут, мы бы спалили сразу. А тут, в общем, сосалось, сосало. Ну, можно сказать, откручен он был. Я же не виноват, я ему, он попросил, я ему дал, я же ему не крутил ничего. Так что вот. Колесья тоже почти не запачкались. Ну, на этом все на сегодня. Завтра будет еще серия. Завтра еще что-то делать будем. Серега говорит, ко мне в 6 утра приедет. Что, на этом все. Подписываемся, ставим лайки, комментируем, советуем, может, чего-нибудь. Что я пропустил.